Всем привет! Вот и обновилась игра Dark Deception. Давайте сегодня продолжим играть в игру в режиме Normal. Dark Deception. И мы остановились на уровне с наблюдателями. Так, смотрите, мы в главной комнате с Бирс сейчас. Кстати, она тоже обновилась. Так, вот, смотрите. Уровень с наблюдателями. О, а тут ловушка как раз. И сегодня мы будем проходить уже третий уровень, да, получается, второй главы. Так, сейчас она договорит пусть. И что-то мы должны будем сделать. О, вот, можем выйти. И тут что? Телепорт. Дают. Я заново начал играть тут игру. Телепортироваться можем тут тоже, кстати. Прикольно. Вообще классно. Смотрите, лестница обновилась, кстати. Ну, давайте пройдем. Так, вот сейчас идет загрузка уровня уже. И мы сегодня поиграем в уровень с наблюдателями. О, тут фонтан, кстати. Посмотрите, как прикольно. Мы еще ни разу, кстати, не проходили этот уровень. Кстати, это из трейлера, где ворота мы открываем. А тут статуя. А это враг? Нет, вроде. Меня не трогает. Ну ладно, пойдем дальше. Ну, скорее всего, сюда. А, ну да, тут кристалл тоже собирать надо. Точнее, осколки душ. Ну, давайте сразу быстро соберем. О, ты смотри-ка. Нет, я не буду к нему идти. Мне кажется, если к ним прикасаться, то они нас трогают, это точно. Они нас всегда ловят. Мы также делали теорию и разбор по игре Dark Deception. Я это все рассказывал там. Все главы и сюжеты. Так, ну еще 34 кристалла, уже меньше, конечно. Но тут, кстати, легче играть с телепортом и ускорением. Даже поинтересней. А мне интересно, они на месте только стоят или двигаются еще ко мне? Ну тут поаккуратнее все равно с ними надо быть. С ними прикасаться не нужно. А то меня этим топором или чем он там вырубит меня. О! Посмотрите. Вот. Нет, они, походу, на месте стоят. Стоп, он что, двигался? Да! Вы видели это? Они двигаются! Посмотрите, с какой скоростью! Они быстрее меня! Это только ускорение мне помогает, они быстрее меня двигаются. Что за приколы? Посмотрите! Надо убегать отсюда. Надо быстрее, точнее, все собрать и свалить просто. Вот. Смотрите, где. Смотрите, с какой скоростью. Да что это такое? Сматываемся отсюда. А этот стоит, походу, только. 4 кристалла. Давайте, вот они очень близко. Соберем и смотаемся отсюда. Куда-нибудь уже. Раз. Два. Это что? Мне надо попасть в усадьбу. Вы только посмотрите. Ну, давайте. Вот.
Кто еще не понял, мы играем в версию 1.9.6, обновленную версию Dark Deception. Смотрите. О, пройти не могу, странно. Чё не проходишь? Эй, проходи ты! С ускорением зато прошел, вообще молодец. Странно. Вы только посмотрите на этот ремонт усадьбы. Она очень большая, тут походу много кристаллов будет. Ну-ка, рычаг. Вы только посмотрите, 304 и больше. Я не знаю, больше этого будет или нет. Можем, кстати, секреты собирать. Вот, только посмотри на них. Зато можно телепорт использовать. Вот зачем мне его дали. Тут круговорот, надо главное за ними смотреть. Когда я на них смотрю, они на месте стоят просто. Они мне ничего не могут сделать. Вы только посмотрите, тут с ускорением. Надо все собирать, конечно. Ну-ка. Давай. Да ты... Издеваешься, что ли? Вот. Может, туда? Ну-ка, попробуем. О. Ты смотри, топор взял уже. Они разные позы делают постоянно. О, рука, а потом топор в руке золотой. Ну-ка. У. Ого. Вы чё творите? Наблюдатели хитрые. Мне кажется, это пока что самый сложный уровень из всех. Сколько мы его проходить будем, я, конечно, не знаю. Там нет никого. Ну-ка, скоростью. Главное не столкнуться с ними. Тут еще и ловушки, вы посмотрите, сколько. Я их все видел из трейлера. А тут дверь открылась. О. Секретик взяли какой-то. 200 с чем-то еще. Это жесть просто. Сколько их собирать? Они еще тут нападают на меня. Только аккуратнее. А что это зеленое светится? Зеленое, что это такое? Рычаг? Мне кажется, при обновлении игры Dark Deception все-таки стало сложнее уже проходить игру. Это по-любому они так сделали, я уверен. Это так и есть, потому что... Так, один на меня уже летит издалека. Но я успею, может, собрать. Меньше 200 уже. Ну, давайте постараемся. Меня еще, кстати, ни разу не поймали. Это уже плюс. А если нас ни разу не поймают, я еще все секреты соберу и за время пройду, то мне дадут ранг S. Самый высший ранг. Мне еще в комментариях писали ранг C. C не S, C. Есть типа такой ранг и как пройти? Ну, я пока что не замечал такой ранг, конечно. О, какая-то штуковина интересная. Ну, пока не возьмем. Так, один сзади. Только он стоит на месте, странно. О, прям в ловушках. Эти кристаллы, конечно, осколки. Ну-ка. О, проходим. Давайте быстро собираем и уходим. 130 уже. Нормально. Еще новая экстра у меня взята. О!
А это точно обновленная, мы это не видели ни разу. Тут что-то есть, дневник, походу. Это ни разу не было. Это обновили. Все-таки. В трейлере я это не замечал. Ни разу просто. Значит, это обновили. Даже такое прикольное обновление сделали. О, видели. Прошли. 100 ровно еще собирать. Уже меньше. Так, куда они делись, я не знаю. Ну, еще лучше, пусть вообще не встречается со мной. Статуи какие-то. Интересно. Мне вообще нравятся разработчики Dark Deception. Тут графика хорошая. Также геймплей весь. Жалко, что нету на андроиде еще. И этот iOS. Ускорился и полетел просто. Только наблюдатели теперь ко мне не движутся. Либо я просто быстрый. Так, давайте попробуем как можно быстрее собрать. Просто они меня все окружат и все поймают. Прошел с помощью телепорта. Полетели. Только они исчезли, я не знаю, куда они делись все. Они ж... Их сколько было вообще? На всякий случай я их обезвредил. На время, конечно. А, вот, кто-то есть, смотрите. Они все там. Тогда сматываюсь быстрее от них. А то с ними там останусь ночевать в усадьбе. О, они даже здесь есть. О, смотрите. Все остальные кристаллы на этой стороне уже. Это что сейчас было? Не понял, конечно. Кстати, усадьба хорошо сделана, выполнена. Просто... За мной эти наблюдатели гонятся. Вон там кто-то стоит, я вижу даже. Вот их, смотрите, как много. Отворачиваюсь. Вот, они здесь сейчас. Давайте телепортируемся тогда, попробуем. Еще раз. Во, смотрите их, как много. 6 кристаллов еще. И телепортнулся, конечно. Нет, не будем рисковать. Вот опять они тут. Вы только посмотрите их тут сколько. Да вы что творите, наблюдатели? Куда мне пойти? Я не знаю. Их там много, надо обойти. Вот так получится, может. 350 набили. А почему 350? А, может, еще и те кристаллы посчитались. Так, еще 2 кристалла. Как раз там наблюдатели. Надо обойти еще раз. Давайте попробуем. Кстати, довольно быстро сейчас я прохожу, конечно. Я не знаю, что потом, но это не конец. Потому что мы еще босса не проходили. Вы же помните, были... Боссы обезьян, там Агата. Тут тоже есть босс, наверняка. И интересно, кто это? Так, я понял, где кристаллы остальные.
Наблюдатели пропали. Странно. Либо они такие пошли подкрепление звать. Посмотрите. Летит на меня. Даже летят. Вы видели. По карте это все видно. Ой, капец. Быстрей. Пока не на той стороне успею, надеюсь. Нет, там еще один. Да ты... издеваешься? Еще один. О, сзади, прям сзади. Все, успел. Они быстрее меня просто. Так, аккуратно. Все, ускоряемся и... давай, давай, давай. О. Ха-ха-ха-ха-ха, кто-то делает. Что за прикол? Кстати, музыка интересная тут. Стоп. Кто летит ко мне? Ой, ё-моё! Что за демон или Бэтмен? Кто это вообще такой? Я так и не понял, это кто. Опять он. Это босс, что ли? Нет, босс другой должен быть. Давайте, вот, вот. Главное не прикоснуться. Все есть. А теперь давайте выйдем из усадьбы. Все, вышли. Но это еще не все. Сейчас самое основное, наверное, будет. Давайте попробуем свалить отсюда. Получится. Я помню, тут вот этот экстра есть. О, за мной уже полетел один. Сейчас на другую сторону. У него красные глаза. Закрою дверь и сматываюсь. Кстати, они еще ни разу меня не поймали, интересно. Так, вот и на эту сторону как раз иду. Там выход должен быть, я помню. А с боссом что, не знаю. Ой! Это и есть босс? Вы видели? Ой, ёшкин мозг. Этот... демон. Малак или как его там? Он в фонтане был. Ты смотри, что он кидает. Стоп. У меня есть план. Там же закрыты ворота. Надо так сделать, чтобы он четко кинул этот топор горящий в эти ворота. Вот, закрытые. Давайте. Ну-ка. Ну что, получилось? Мне кажется, нет. Поаккуратнее, смотрите, он что, он кидается, смотрите, их тут сколько, этот... Малак или этот, кто еще? Все, открылось. Давайте, давайте, давайте. Не, до свидания. А, вот выход. Ты опять вылетел. Ты смотри-ка, они с двух сторон, или что это такое? Ну-ка, давайте. Все, прошли. С. Ранг С. Все, мы прошли уровень. Левел 9. Вот такое вот прохождение, друзья. Я, конечно, постарался над ним. Тут Бирс разговаривает что-то. Дальше мы, конечно, продолжим. Мы прошли сегодня уровень с наблюдателями. И, конечно, босса этого. Или двух боссов. Малак разговаривает. Trust the bloodthirsty demon. No doubt he has your best interests at heart. Так что, друзья, оценивайте видео лайком. Прохождение такое. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока. Six pieces left. Ready to try again. Pieces to a powerful ring are hidden in nightmares behind each of these portals. Find them and bring them to me, and you'll get your wish. Fail, and you'll find there are fates far worse than death awaiting you here.